Итак, здравствуйте всем. Итак, прошло уже буквально... сколько там? Дней. Записываем четвертую серию уже. Вот. Значит, четвертая серия. Погнали, ребята. Я не буду говорить, что надо подписаться на канал, комментируйте, там это самое, нажимайте колокольчик, чтобы стримы не пропускать. Ай, это самое, щеку прищемило. Это самое, вот. Кому я говорю, со мной ведь никто не смотрит. Короче, ребята, погнали играть в Satisfactory. Значит, так. Экспериментальный билд. В предыдущей серии мы с вами... Остановились options. Сейчас я видео сеттинги. Минутку. Пожалуйста, сколько максимально? Ага. Пускай будет 144. Ага. Окей. Погнали. Хайд. Окей. Хайд. Язык. Русский. Так. Вот, замечательно, принять. Замечательно. Так, звуки, что у нас по звукам? Управление. Ага. Камеру. Ага. Клавиши, пользовательский интерфейс, отладка. Видео. Да. Полный экран. Бля, а что там кроме DirectX есть? Вулкан есть экспериментально. Ага. Ладно, пускай будет DirectX 12 стоит, пофиг. Итак, в предыдущей серии мы остановились на этом самом. На тире номер 2. Погнали, ребята. В предыдущей версии. Тир номер 2 у нас. Если я не ошибаюсь, я... Да, я тут должен стоять. Все правильно. И у нас проблема с шурупами были. Было. А, и есть, конечно, проблема с шурупами. А, значит. А, так, с шурупами у нас проблема большая. Так, забрать. Ой. Забрать все. Разобрать. А как можно. Вот так вот можно разобрать. А, одеваем все это на себя. Так, проблема у нас с шурупами. Ладно, погнали тогда. Это самое. Искать еще новые. Как его называется-то? Не контейнеры, а эти самые. Ух ты ж, как дымит тут все. Новые эти самые, пошли. Ага. Это самое новое, пойдем искать. Нам нужно вот в ту сторону идти. А, кстати, можем... А, ну да, мы можем закинуть. А тут делается это самое. Да, тут делается. Замечательно. Превосходно, ребята. А, надеюсь, ты человек, который сейчас ты смотришь, скачал мою карту, поиграл. Вот. Можно спокойно в нее играть, потому что до... потому что до... Как его называется-то? До версии... А как его называется-то? До тира 3, 4 еще очень далеко, ребята. Так что пока тир 3, 4 не откроется, мы никуда не пойдем, ребята. Сохранение вы не получите, ребята, вот. Пока тир 3, 4 не откроется. А это будет очень долго, ребята. Я это постараюсь. Так сказать, на серии 20. Растянуть все это. По 5 часов каждый. 5 серий, ой. Ну да. Окей, это что? А, медная руда. Тьфу ты, я подумал, что это самый, как его, золотистая эта руда. Оказывается, нифига подобного. Так что 5 серий по 20... ой, не 5 серий. Ну да, 20 серий по 5
часов. 8, 5, 2, 10. То есть 10 тысяч часов это сколько получается? На 60 разделите, вот получите. В общем-то, вот. Красиво выглядит, подожди. А почему так? Боже. Почему? Минутку. Настройки. Видео. Так. Слишком нагружается оперативная, это самое, не оперативная, а это видеокарта нагружается. И температура высокая видеокарте у меня. Так, о, бежит. Пускай бежит. А, завершите задачу фазу 1. Вот, фазу 1 еще надо завершить. Ой, это еще, ой-ой. Ну, надеюсь, за 5 часов мы справимся. То есть не за 5 часов, а 20 серий по 5 часов. Надеюсь, справимся. Потому что 5 и 2, 10, да. Как я посчитал, это буквально 10 тысяч часов. Так, 10 тысяч часов, подожди. Мне надо поставить часы заряжаться еще. Так, пойду сейчас свои часы поставлю заряжаться. Мы можем не спешить, кстати. Так. А, это машина на улице так гудит. Слушай, я испугался, что это самое. Мой компьютер так гудит. Мегась. Ужасно. У меня окно открыто. Блин, ё, это самая собака такая нагадила мне прямо в окно. На окно нагадила, тварь. Пернатая тварь. Наверное, это к деньгам, если нагадила. Если бы так вот, пускай гадит тогда. Я буду вообще весь обгажен, но богатый буду. Ладно, погнали. О, кстати. Да-да-да, я вот эту вот штуковину искал, кстати. Там электричество, да, надо. Кстати, будем использовать этот самый интерактивную карту, кстати. В Satisfactory. Чтобы этот самый подсчитывать. Весь этот самый. Сколько нам нужно, там и так далее. Вот это вот все. Там, наверное, охраняется эти самыми. Как его называется-то? Правильно, тут охраняется. Ведь просто так мне не дадут взять, ведь правильно? Чего? Серьезно, даже просто так? Да вы издеваетесь. Просто так мне дадут взять? А требуется, что у нас сверхпроволока одна штука. Да вы издеваетесь. Камон. Сверхпроволока ему требуется. Сейчас. Карта. Карта. Я карта. Подожди. Надо точку поставить здесь. Ага. Маркер. Принять. Надо поменять. Значок. Окей, принять.
Сверхпроволока. Откуда я сверхпроволоку спищу, а? Сверхпроволока, сверхпроволока. Опа-на, там еще одна. Блин. А, я знаю, где сверхпроволоку взять-то. Я в ту сторону ведь шел. Блин. А, где-то тут сверхпроволока должна быть. Там только один кусочек ведь нужен. Но это мы быстро, кстати, сделаем. Блин, я забыл, что нам сверхпроволока нужна. А ведь она... Вау! Здравствуйте. А, иди... Вот так вот. Лежать, собака. Подожди, я не в ту сторону, да, пошел? Тут сверхпроволоки нету. Опа, кстати. Вспомнишь сверхпроволоку, вот и сверхпроволока. Сама пришла к тебе. Сверхпроволока сама ко мне пришла. Потом еще богатая залежь. Значит, что делаем? А что делаем, ребята? Делаем верстак сначала. Делаем верстак и делаем катерий. Да. Да, ведь мне нужно быть сверхпроволоки. И много, кстати, сверхпроволоки, чтобы это самое крафтить. Блин. Окей. Сверхпроволока. Пошли. А мы... Да. Молодцы, ребята. Ага. Сказочные волшебники мы с вами, ребята. У нас нету. Мы крафт еще не открыли, сверхпроволоки. Мы молодцы, ребята. Да. Сверхпроволока, сверхпроволока. Пошли, а там ведь войд, да? А нет, тут это... Опа-на, там еще одна. Ага. Да, тут сверхпроволока должна быть где-то. Хе-хе-хе. Хе-хе, бой! Сверхпроволока, я так и знал. Я сюда шел, кстати, ребята. Я шел сюда. Все идет по плану. Как в этой песне. И все идет по плану. Да, все идет по плану, конечно. Да-да. Звезда. Так, бур переносной. Так, бур переносной, так. Бур есть бур. Так, минутку, бур. Пожалуйста, а никто меня даже не будет это самое останавливать даже. Ну ладно. Ладненько. Даже никто... А тут вода? Я могу пешком пройтись? Серьезно, тут глубины нету? Это что, мне типа по пояс? Примерно. А как подняться наверх-то? Ага. С этой стороны подняться. Можно или нельзя? Ага. Ладно. Поскольку я тупой, мы сейчас это самое. То есть я умный человек. Мы сейчас это все умно сделаем. Так, ага. Мы сейчас что-то придумаем, как это лучше наверх забраться-то. Мы-то хитрые. Хитрые пиздюки. Значит. Сейчас. Мы хитрые. Угу. Так. Я даже в два этих самых строю. Блин, а зачем я строю? Пожи. А зачем я строю? Сейчас, ребята, зачем я строю? Ведь я в той серии покупал кое-что. Сейчас.
Я в той серии покупал вот это. Зачем мне это самое? Вот. Зачем я покупал лестницу, если я могу спокойно лестницу. Вот я этих вариантов покупал. Пожи. Забираем вот это. Это забираем. Так. Забираем все. Требуются кубики. Модульный каркас. 5 штук. Ай, каркас у меня взад. Модульный каркас. Модульный каркас и модульный каркас. Пожи. Модульный каркас. Верстачок. Модульный каркас мне за 5 штук скрафтить. Чего не хватает? Усиленных пластин не хватает. Вот, 4. А, он 4. Ага, то есть 4, 2, 4, 8. Получается. Он по 2 крафтит, да? Почему 6? Ладно. Математика у нас закончилась, ребята. Математика вышла из чата. Берем вот это. Замечательно. Превосходно. Гениально. Забираем. Потому что там ведь конец острова. Ой, не конец острова, а конец этого самого. Правильно? Карты там вот. В той стороне. Давайте, полетели барахтарчики. И бжин! Окейшки. Так, сколько у меня подписчиков? 637 подписчиков. Маловато, ребята. До 1000 буквально чуть-чуть осталось. Подпишись на канал быстро. Как там было? В этом самом. Даже я не буду слово это говорить. Потому что вот именно вот эти вот подпишутся на меня. Эдгара, друзья подпишутся. Так. Так, забираем. Так. Так, ведь рядом у нас есть этот самый где-то. Ведь где-то у нас рядом есть этот самый, ребята. Но там камень стоит наверху. А чтобы камень разрушить, надо этот самый, как его называется? Как его звать-то? Я забыл. Боже, а как этот самый делается? Надо прокачивать серу. Так что надо... Давайте немножко тогда займемся сегодня... Я не знаю, чем заняться сегодня, ребята. Кстати, котерием тоже надо заняться, обязательно. Потому что без котерия нам это самое... Ой-ой-ой, ребята... Тогда надо и серой заниматься, и котерием заниматься, во-первых. Чтобы котерий поближе был бы к базе. Да, поближе к базе котерий был бы. Мы можем это самое. Котерий. Так. Значит. Буду здоров я.
А, значит так. А, так, значит, ребята. Так, ложим суды. И погнали за этим самым. Домой погнали. Куда за этим самым? Так, минутку. Ага. А как отсюда выйти-то? Не, ну так вот мы можем, конечно. Ага. Вот так вот, туда, может быть. Вот туда вот вниз точно не надо дуть. Там будет очень опасно. Мы оттуда не выберемся, короче. Пум-пум-пум. А, подожди, у меня ведь лестница есть. Подожди. Лестница, 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 чудесница. Подожди. Архитектура, кстати, надо поставить на цифру 6. Ага. В быстрый доступ поставить. Иначе невозможно. Так, за собой убираем. За собой убираем. Мы играем это самое культурно. Я бы мог посрать, но это не культурно. Я хотел нажать цифру F5, как в Майнкрафте. Знаешь, как на элитрах летать вот. Так. Летающая моль. Плешивая моль летает. А, подожди, это что это за руда вот это вот? Это железо, да? Железо, целых две штуки. Да. Да! Ой-ой-ой. Ага. Бедное месторождение. Подожди, а почему у меня... Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, дядя, иди в баню, а. Как там было? Мальчик, иди в жопу. Да, мальчик, иди в жопу, а. А, значит, так. Так, дорога дальняя, казенный дом, быть может старая, тюрьма центральная, меня по нишечку, по новой ждет. А, кстати, там этот самый, в той стороне где-то этот самый находится, Таганка. Все ночи полные огня, не Мицелий, а этот, как его называется-то? Как его? Не Мицелий, а этот. А штуковина, которая... Как его-то звать, я забыл. Не Мицелий, а этот. Тьфу ты! Как это звать-то? Кварц, вот. И, ну, это самое, который порошок, который делается белый. Да, это не то, что ты подумал. А это самое, кремнозем делается, вот. Вот. Кремнозем. А кремнозем нам нужен тоже будет. А, тут все стоит. Почему-то. Потому что все идет по плану. А я понял, почему все стоит. Ага. Потому что все идет по плану, ребята. Да-да-да. Все идет по плану. Так, минутку. Сейчас. Так. Все. Пускай работает. Пофиг. Так, потом разберемся с этим всем. А что дальше делать? Сейчас надо до базы добежать, во-первых. А, и заняться этим самым. А, чернитом, хочу сказать.
Майнкрафт вспоминается мне уже что-то. Хочется обратно в Майнкрафт поиграть. Пум-пум-пум. Так, наша штуковина стоит. Ух ты ж, какая она гигантская. Штуковина это. Такс. Ложим вот это сюда. Это ложим сюда. Ага. Так. Так, это у нас опять Надя стоит. На, Надя, по жопе тебе. Что ты там? Чего? Она сквозь прошла? Да, ладно. Такс. Что у нас тут? 3 купона халявных. Ага, берем 3 купона и выключаем аппаратуру. Давайте потратим 3 купона на что-нибудь. 3 купона давайте потратим на что-нибудь. А на что мы можем? 3 купона с возвращением. Да, здравствуйте. С возвращением. Так, хранилище. Ну ладно, это такое дерьмо. Нет. Нам нужно именно то, что функциональное. Розетки. Покрытие. Для лифта. Ну вот это хорошая вещь, кстати. Так, стены. 5 стоит этих. Это хорошая вещь тоже. Но. Так, я даже не знаю, что можно купить-то. Дерьмо еще то. Так, экипировка деталей. Фундамент управления. Я не знаю, что можно купить тут. Я думаю, вот это вот купить можем. Вот это купить, вот это и вот это как раз. Оно очень. Довольно полезные вещи, кстати. Итого у нас... Такс. Пум-пум-пум. Значит, катерий. Слиток требуется. Делаем слитки. Вы это слышали? Кто сказал? Хм-хм-хм. Где ручка моя? Так, делаем слитки обязательно. Так. Ой-ой-ой, какой хлам. Сколько много хлама у меня тут. Ага, забираем. Погнали слитки крафтить. А тут 1 к 1, да, получается? А нет, 3 к 1. То есть 3 слитка, 1 этот самый. То есть 3 руды, 1 этот самый, да? Угу. А 3 этих самых руды, 1 слиток. Угу. Я понял. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, погнали. Значит, делаем мы с вами что? Катерий. Крафтим вот это, во-первых. Вот. Подожди, а где? Подожди, в какой стороне находится питательные вещества? Катерий. Так, тогда. Так, питательные энергослизни. Нет. Подожди, в кварце? О, он в кварце находится. Ёб твою. Чего требуется? Требуется вот эта вот штуковина, блин. Блин, вот это вот штуковина требуется. Подожди, а в катерии мы можем... Требуется 100 этих. И тут требуется 100 вот этих вот.
Блин. Слушай, надо заниматься, знаешь, чем? Вот этим надо заниматься. Сера плюс уголь. Ага. Сера плюс уголь. Пум-пум-пум. Уголь, сера, уголь, сера, уголь, сера. Подожди, что мы... Б. Нет, не Б. На В. У нас... Ага, сера есть. Так, ничего у нас нету такого интересного тут. А уголь находится где-то... Сера ближайшая там находится, правильно? Сейчас покажете, посмотрим. Ну да, тут находится сера. Самая ближайшая сера от нас. Еще сера там находится. Ага, ну это слишком далеко. Ну тогда... Подожди, а уголь у нас нет, угля. А, ну да, угля у нас нету, потому что еще мы не доросли до угля. Но я знаю, где уголь можно взять. Кстати, уголь еще один там вот наверху находится, подожди. Уголь там наверху где-то. Пора. Уголь наверху находится. Ща. Он в той стороне, кстати, уголь находится. Или нет? Я хочу... Какая жидкость? О, особенно какой звук. Послушайте, как выходит. Это сам, как мы выходим с этой жижи. Слышали этот звук такой? Так, уголь, подожди. Ну да, в той, подожди, или не в той стороне уголь. Или там вот наверху, подожди. Наверное, там вот наверху уголь находится. Подожди, или мы рядом сейчас с углем находимся. Не говори, что мы сейчас рядом с углем находимся. Так, подожди, цифра 6. Опа, погнали. Не зря я покупал это лестницу-то. А? Лестница-то пригодится нам. Блин, нет, я не это хотел делать. Я хотел разобрать лестницу. Ладно. А, видимо, эксперимент, так сказать, неудачный. Я хотел сэкономить. Окей, здесь уголь находится. А бур у нас нету, да, буров? Буры. Подожди, бура. Да, а ну-ка, поставим бур. Тогда сюда. Нет, не это я хочу ставить. Подожди, где эта штуковина? Да, оно. Переносной бур. Так, переносной бур. И ставим сюда буровую штуковину. Могу поставить? Конечно, могу. Могу-то могу. А просто надо. Мы ведь слишком рановато ведь углем это самое. Ведь это слишком рановато. Подожди, а мне интересно, а ведь в эту самую ведь нельзя в эту самую засунуть. Подожди, в эту ведь нельзя засунуть. Мне просто. Ведь уголь сюда нельзя засунуть, правильно? Почему? Я хочу просто тупо углем топиться, как в Майнкрафте. Ёб твою. Майнкрафт! Ты что, застрял? Ладно. Поможем ему это самое.
Так, освободили уголь. Ну, подбирайся ж. Подбираем все вот это вот. А, кстати, нам нужно будет... Подожди. Ведь мы можем потом будем делать этот самый... Винты с этих самых делать. Винты сможем сделать с этих. Как его там звать-то? Ага. Так, нам нужен уголь. Так, уголь. Пум-пум-пум. Новые это самые открылись, окей. А, буровая установка. Буровая, минутку. Угу. Так, контейнер. Сейчас найду контейнер. Угу. Так. А, пожалуйста, где тут выход? Вот оно, сверху. Я думал, где выход-то? Допустим, так вот пускай стоит. Ага. Потом мы... Подожди, а для этого самого что надо? А для зиплайнера что надо было? А что для зиплайнера нужно? Ладно, погнали вниз. Мы можем... Хорошо, что у нас есть вот этот парашют. Мы можем спокойно теперь это... На парашюте. На воздушном шалере... Та-та-та-та-та-там. Минуточку. 4 из 4, это плохо. Я могу где-то приконнектиться куда-нибудь. Да хрен его. Ёб твою, нигде не приконнектись. Да вы издеваетесь, серьезно. У нас проблемы, столько тут столбов стоят, что я не знаю. Могу приконнектиться? Так куда можно приконнектиться? Сюда могу приконнектиться. Ага. Ладно, сюда приконнектимся еще. Во, теперь у нас есть... теперь мы добываем уголь. Просто так уголь добываем. Зачем? Не знаю, но мы добываем уголь. Молодцы мы с вами. Правда, рановато еще до тела 3-го, 4-го, но мы уже что-то делаем. Мы стараемся что-то делать, подожди. Стараемся, подожди. Мицелий. Подожди. Нам нужно вот это вот тоже. Блин, нам еще с кварцем надо разобраться. А перед кварцем надо сделать вот это. Тут надо сера плюс уголь. Блин. Да. Как там было? Да-да, ребята. Звезда. Я понял. Столько дел. Держ. Молодец я. Заговариваюсь уже. Так, погнали. Так. Минуточку. Посмотрим. Так, цифра 6. Так, сера плюс уголь. Так. Сера плюс уголь, да? Так. Пожалуйста, сколько нам нужно угля и серы?
это какое богатое месторождение. Ух ты ж. А всего лишь 95? А, потому что я понял почему. Потому что у нас тут лента стоит. Дерьмовая лента стоит. Ага. Ща. Винты. Усиленная железная пластина. Окей. Так, сейчас посмотрим. Я могу поставить второго уровня уже. Сюда бахнуть. Не хватает. Ага. Не хватает. Тут надо две штуки. Ладно, давайте две штуки-то сбацаем. О, другое дело, пошло дело. Как говорится, говно по трубам пошло. Давайте подождем, что 100 штучек. А его нельзя, да, больше? Ага, его нельзя. Больше 100. 100 углей, так, минутку, 100. Забираем. Погнали. О, кстати, тут есть этот самый. Очень много этого самого бетона. Просто мега много бетона. А, такс. Тран-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Подожди. Сера. Пожди. Сверхпроволока. А, мы теперь сверхпроволоку можем крафтить. Погнали сверхпроволоку крафтить тогда. Так. Так, энергомодуль. Так, а что нам нужно? Винты. Блин, а что мы хотели с вами крафтить-то? А, мы ведь не открыли. Блин, я уже хотел крафтить этот самый. Я хотел крафтить этот самый, вот это вот хотел крафтить. Ой-ой-ой, ну это слишком далеко, ребята. Это уже тир какой там? 5-6? Или нет? Ладно, неважно. Да ёпарасоте! Это не в этот раз, да? Это я, получается, зря это делал. Блин. Это в третьем тире открывается, да? Ладно. На. Блин. 50 этих самых квадратиков надо еще. 100 роторов, ёб твою. Экспериментальный способ выработки энергии. Какой экспериментальный выработка энергии?
Экспериментальный способ выработки энергии. Блин. Зря я сюда пошел, получается, да? Тогда все упирается в кремнозем. Требуется нам теперь. Теперь кварц требуется. Ладно. Хорошо, ладно. А, кстати, мы можем поставить вот это. Так, диски, погнали. Так. А, здесь вот это находится. А, здесь вот это вот должно находиться, правильно? Так. Так. Ага. Ого. Ага. У нас все вырабатывается, вся энергия. Ага. Ну да, энергия вырабатывается потихонечку. Ладно. А, давайте поставим тогда, я не знаю, что. Контейнер поставим сюда. А, выложим что? Вот это. Что нам точно не надо? Уголь точно не надо, это тоже не надо. Сверхпроволоку с собой возьмем. Это очень слишком многовато. Вот это возьмем с собой, вот это. Роторы. Ладно, вот это возьмем, вот это. Ну и все. Вроде бы все. Ладно, вот это вот. Там ведь один штучка нужна была. Этого самого. Подожди, где тут метка у меня была? Покажите, посмотрим. Вон в той стороне. Там надо была одна штука этого самого. Вот этого вот. Сверхпроволоки. Ладно, тогда погнали за этим самым. Еще за одним диском. Потому что я уверен, что... с первого раза нас... не получится. Так, минутку. Ой-ой-ой. Собаки такие. Некрещенные, а? Ладно, пускай. Я до вас еще доберусь. Я до их доберусь еще, может быть. Окей, погнали. Опа. Подбираем обязательно. Просто даже на лету подбираем. Окей, подбираем. А вот почему нельзя орешки эти самые около базы выращивать? Вот почему? Вот именно надо ходить, бегать, это самое, их, это самое, собирать. А нельзя их, это самое, просто тупо выращивать, вот эти вот орешки. Просто как в Майнкрафте. Какой-нибудь саженец собрал, это самое, и посадил около своей базы. Майнкрафт здесь это самое лучше, чем вот Satisfactory. Так, а где это было? Карта. Мы где? Вот в той стороне где-то. Пожалуйста, а мы можем построить? Ага, 5 штук не хватает, блин. Пять штук не хватает.
Так, погнали наверх. Так, подбираем орешки. Так, F. Не F, B буковка. Так, вот там вот наверху есть. А, такс. Оп. Оп. Нет, не падай, пожалуйста. Так. И подбираем еще один. Вот, шикарно. Превосходно. Так, а куда мы шли с вами? А, за кварцем, правильно? Мы шли с вами за кварцем. Подожди, кварц. Ой, подожди, кварц вот. Кварц самый близкий. Это где у нас кварц находится? Самый близкий. Это вот там находится, да? И там. Ёпперс, это как далеко. Подожди. Так. Где это? Пу-пу-пу-пу-пу, сейчас посмотрим, по минутку. Так. Так где это? Так. Так, не то. Не то. Так, так. Так, кварц. Серьезно? Самый близкий кварц это тут. Ёпперсете. Ёкаламане, ребята. Самый ближайший кварц находится, знаешь, где? Вот там вот находится самый ближайший кварц. Он в той стороне. Вот там вот кварц ближайший находится. Так это что у нас? Бетон, да? Так, ладно, погнали. Зачем ты тут... Опа, выключим. Сера, находишься. Ты мне не нужна. Так. Такс. Так, мне надо не серый, а этот самый кварц. Кварц. Ага. Это что у нас? Железо, да? Да, железо.
Ну зачем ты вышел? Так. Не говори, что он там вот наверху находится. Кварц. Сейчас. Кварц. Кварц, где? Где? Вот там вот. Так, там завершилось это самое исследование. Надеюсь, там этот самый. Есть! Наконец-то! Даже два лучших! Ёпарасы, даже и это есть! Слушай, там... Да, вот это вот сейчас мне нужно. И наконец-то мы шурупы можем делать. Слава яйцам, изумруд! Наконец-то! Шурупы мы можем делать, наконец-то. По рецепту лучшему. Так. Блин. Блин. Блин, блинский. Вопрос, а где кварц-то? Так, а где кварц? Сейчас. А, кварц. По карте смотреть. Здесь где-то, да? Ага. Да вот там вот. В ту сторону? Да, вот туда вообще. Вон туда вот, наверх, что ли, кварц находится. Вон по дороге вот туда вот. Давайте сиганем со скалы. Полетели! Ёпта. Главное, чтобы не в эти вот... Ух ты ж, какие они... Дымящие писюны. Вот кто это писюны построил здесь? Я забаню. Слэшбан пропишу им. И потом слэш... Не, сначала слэшкилл, потом слэшбан пропишу ему. Вот. Хорошо, что тут визеров нету. Майнкрафтер, да? Погнали. А, тут может при помощи W ускориться. W Shift. Окей. Ага, там охраняет уже. Пошли нам туда вот наверх, правильно? Подожди. Сейчас посмотрим. То есть туда вот наверх надо. Вот тут вот где-то, правильно? Вот тут. Нет, слишком далеко. Тут. Я вот... Чего? Вот там? Ладненько. Подожди, что у нас по инвентарю? Ага. Ну, допустим-то. Хо-хо-хо-хо. Какая скучная игра, ребята. Просто тупо бегаю. И это самое... Не кричу, вот туда вот наверх кварц. Вот там вот наверху кварц находится. Чего нафиг? Мосты? Ёпарасоте. А, кстати, я помню. Там был, будет этот самый, да? Как его, газовые штуковины эти опять.
Не говори, что там этих газовых штуковин не будет. Оба! Слушайте, не зря я покупал эту штуковину. Пригодилось-то. Ага. А сюда я хрен запрыгну все же. Где кварц? Ага, кварц где? Сейчас там покажут, где кварц. Ага. Сейчас там так покажут, где кварц. Я тебя вижу. Ух ты ж, ёпта. Ага. Здравствуйте. Где кварц? По жопе настучал я ему. Так. Чего? Он тут? А-а-а! Это же эта хрень здесь! Не-не-не-не. Эту я хрень не буду подбирать. Даже не думайте. Эту хрень я не буду подбирать, потому что она бесполезная. Пускай разработчики сначала сделают полезный, потом я буду подбирать. Так, гриб. Подожди, а где кварц? Не говори, что еще выше кварц. Так, не то. Кварц. Карта. Но я где-то рядом с кварцем нахожусь. Нет? Я вообще не рядом с кварцем. А, кстати, вот это вот надо метку убрать. А, удалить. Ну нафиг нам нужна. Там вонючие эти самые стоят. Widespread chaos and mayhem. World president urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Так. Угу. Так, надо с собой в инвентарь положить, знаешь что? Вот это вот сразу же. Comply. Да-да-да, comply, comply. Ага. Оп! Погнали. Так. Погнали-то погнали. Слушай, хорошее-то приземление, кстати. Превосходно-то приземлился. Очень чётенько. Ладно, я понял. Строимся. Ладно, строимся тогда с этого самого. Ага. Погнали строиться. Ой-ой. Что тут надо? 40 мегабит требуется, блин. А у нас электричества нету. Сейчас мы откинемся. Ёптую, чуть-чуть мы не отъехали. Пожалуйста.
Пожалуйста, а мы ведь поставили ММАйку ведь. Да, ММАйку мы поставили. 40 этих самых требуется. 40, подожди. Биосжигатель. Сейчас. Да не надо делать это, тварь. Сейчас. 40 вот этих вот надо. Это сколько надо ставить-то? Да, отстань! Маразота. Вообще, сколько один вырабатывает? 30. То есть две штучки, правильно? Чтобы 40 сделал бы. Окей. Что ставим сюда? Мы ставим сюда вот это. А сюда мы ставим что? Я даже не знаю, что мы можем. Мицелием топиться. Пофиг, мицелием. Так, ММАй закончился. О! Кстати, мы подключились издалека. Так, сейчас посмотрим, что там у нас открылось. Так, в ММАйке. ММАйке, что у нас открылось? Окей. 50 шурупов. 50, 18 пластин и 50 шурупов за 3 вот этих. Стандартный рецепт. В ассамблере. Ведь у нас через этот самый есть. Альтернативный рецепт. 20 вот этих. Я даже не знаю, что я сейчас правильно сделаю или неправильно, кстати. Конструктор. Не хватает усиленной пластины. Давайте посмотрим, кстати. Конструктор. Так. Альтернативная. Ага. Литые винты. Ага. 5 вот этих за 20 шурупов. Ага. Допустим, медные листы. Подожди. Сейчас я хочу проверить еще кое-что. Ассамблер. Не хватает усиленной пластины. Окей, погнали. Усиленную пластину крафтить еще. Слушай, если сейчас будет... Если я сейчас открою и не подохну там вот, то, по идее, мы можем открыть еще вот эту вот фигню. Подожди. Так. Ща. Конструктор. Ассамблер. Сейчас подумал. У нас есть вот такая вот альтернативная. Медным ротором. Это прошитые были железные пластины. Они вот так вот делаются. И получается 3 штуки. Ага. А вот это надо 52 вот этих вот. И еще плюс. А вот это вот так вот делается. И получается 3 штуки. А это получается 1 штука. А это 3 штуки. Ага. Ну допустим-то. А вот это вот. Модульный каркас 2 штуки. Или тут. Чего он тоже 2 штуки, да? И это 2 штуки. И это тоже 2 штуки. Но тут требуется. Прутья. Железные. И 3 вот этих вот требуется. А тут требуется больше шурупов. И тоже 3. А этих что требуется? 12 этих. А тут 56 этих. Блин. Вообще невыгодно. Вообще невыгодно, ребята. Ладно, давайте мы с вами сейчас... что будем делать? Так, минутку. Что мы будем с вами делать? Так, давайте загрузим вот это пока что. Тогда быстро просто бежим сейчас и подбираем это. Оп. Оп. Так. Так.
Так, шурупы. Вот это подбираем. Подбираем. Кушаем. Открываем. Требуется 40. Почему? Мы ведь 40 есть. Все, больше нечего мне кушать даже. Блин, я сейчас подохну. Да? ХП! Ебануться, я спасся! Да похрен да это вот все. Ломаем. Ладно, ставим тогда, знаешь что? ММА-ку ставим сюда. Давайте ММА поставим. ММА, а жесткие диски изучать. Вот, все. Ебануться, мы с вами молодцы. Офигеть. Опасно, кстати, мы с вами. Очень опасно, ребята, мы с вами. Надо, слушай, давайте сохранимся. Боже, какое сегодня число? Кто знает, какое сегодня число? 13 июля. 13 июля. 13 июля. 13.06.24. Ебануться. Вот это я сейчас бы сохранился бы. А да он косой, а нет. Ой-ой. Так, одного вынес. Ебануться, я кварц нашел. А, еще лучше. Ага. Ебануться, ребята, я кварц нашел. Молодец я, ребята, гений просто. Угу, кварц нашел я. Да-да, ребята, кварц. Блин. А там охраняет этот самый. Тихо, а если я вот просто тупо вот сюда встану и буду просто долбить? Подожди, а почему я буду долбить? Минутку. Почему я буду вот этим заниматься? Ага. Ведь я не дурачок. Сейчас. Пускай за меня работает. А, вот это вот пускай за меня работает. Зачем я буду это самое? Пускай за меня машина работает. Ёб твою. Ебануться. Я понял. Угу. До свидания. А, ни в коем случае, ребята. Я не пойду это самое обратно. А, может быть, их можно обойти как-нибудь, этих тварей. А... Бля, тут орешков нету где-нибудь по рядом. Или что-нибудь вкусненькое тут нету. Опа, кварц. Замечательно, я искал кварц. Прыгну прямо на кварц. Так, орешки. А где у нас тут орешки есть? Подожди, у меня ведь есть вот эта вот штуковина.
На поиски, пожи, как ягоды. Грибы, орехи. Во! Внимание! Гей найден. Поиск гея. Гей обнаружен. Да я... Да подберись эту ягоду. Где? Да ёпта, нет. Я больше это сам потратил хп, чем... Блин, а как это с этой жопой? Уёб твою, еще лучше. Замечательно. Превосходно, ребята. Ёб твою. Ух ты ж. Пиздец. Я понял, спасибо. Нам уже пиздюлей уже дают по полной, ребята. Так сказать, по полной. По полной нам пиздюлей дают. По полной. По полной. Молодцы. Долбоёбы. Смотрите, как они стреляют в меня. Давайте. Синхронно даже. Синхронное пуляние. А? Синхронное пуляние. Так. Давайте это самое, снимем видосик. Где это было? Это я этого самого. Итак, это синхронное пуляние. Огненными снарядами началась. Побеждает пока что никто. Потому что все идет по плану. Как в песне. Работа идет. Процесс бесполезный. Даже не думайте, что я ближе не подойду. Да-да-да, молодцы. Очень хорошо, прямо. Даже синхронно они. Давайте, синхронисты. А это самый интеллект нулевой у них. Чтобы подойти поближе. Так.
Так, загружаем для этого самого ютубовского ТикТока. Конечно. Да-да-да-да, молодцы. Да-да-да, пацаны. Ух ты ж, блин. Так, кварц находится в той стороне. Кстати, у меня идея есть сумасшедшая. Сейчас. Сейчас. Цифра 6. Ага. Ща, мы-то умные. Эй, ты! Дон-дон! Иди сюда, Дон-дон! Эл, слышь? Ёпарас-то, как он большой и опасный. Эл! Не, не, бежим! А-а-а! Ёпарас, это он опасный. Ой, он очень опасный. Ё-ай-яй-яй-яй, бежим. Бежим. Ага. Да-да-да-да-да-да. Яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот это плохо. Бля. Блин! Нет! Он оказался умнее! Да ну нафиг! Да с какого перепуга они поближе ко мне переместились-то? О, кстати! Энергослизни. Подбираем. Дэн. А, надо с этими тоже разобраться. Так, с одним разобрался, да? Бля. Он сейчас меня замочит. Ай-яй-яй. Опа, мимо. Оп, мимо. Опять начинается. Ладно, постоим, отдохнем немножко. Ага. 3 хп у нас. Запустим. С 3 хп мы, конечно, не вынесем его. Или вынесем. Ой. Завалили кабана. Допустим-то. Одного кабана мы завалили. Тут еще внизу паук где-то тусовался. Так. Я его вижу, он там. Чего? Ай. Тут, кажется, проблема с Надей. Надя застряла, надо ей помочь. Давайте Наде поможем. Надя! На, по жопе тебе. Кажется, Надя застряла очень сильно. Надя. Ладно. Пускай Надя тусуется. Так, значит, сейчас кушаем. Так. Погнали. Мне нужна этот самый. Блин, там тварь. Это.
Блин, эта тварь пришла сюда. Блин, плохо. Да, конечно. Ага. Как она достает меня? Как ты, тварь, достала? Ой. Морозотина. Эта морозотина достала меня. Так. Сначала вот с этими вот надо разобраться. Синхронная... Да. Мы увернулись от одного. О, да, мы завалили. Опа. Превосходно. Так. Такс. Пожалуйста, а где этот бык? Ага. Блин, а как его так? Он очень опасный, кстати. Он очень опасный. Бляха-муха. Загрузить. Он очень опасный. Ага. Тут вот эти... Вот тусуются. Серьезно, они трупы? Они просто решили... В эту вот, да? В газовую штуковину зайти. Ага. Там вот это вот еще есть. Окей, допустим, то ладно. Погнали. Ну, допустим-то. Окей, идемте. Там ничего наверху интересного тогда нету. Я тебе отвечу, что такое безумие. Это... Я вспомнил, как его называется-то. Far Cry 3. Что такое безумие? Вот это сейчас и безумие начинается, ребята. Потому что мы одно и то же делаем. Несколько раз. Да, чтобы это самое... Достичь лучшей цели.
Так. Так. Не-не, вот с этим пацанами я даже ни с кем не буду это самое. Нам сейчас не до них вообще. Сейчас главное, чтобы этот самый поучело до нас не... Так, 6. Оп. Ломаем. Угу. Так. Сохранить обязательно. Ну так вот намного лучше, кстати, уже. Так, теперь надо как-то придумать, а как его можно за это самое... Так. Просто его тупо скинуть со скалы. Это тоже вариант, кстати. Цифра 6. Так. Только его надо заманить сюда сначала. Блин, попал он в меня. Так. Так. Блин! Блин. Да ёб твою! Собака такая. А, мразота! А, тогда что мы делаем? У нас есть стены. Стены. Фундаменты стены есть у нас. Угу. Блин. Его как-нибудь это самое где-нибудь зажать, так чтобы он это самое не мог нас достать. Было бы вообще шикарно. Или, знаешь, уворачиваться все время. Вот. Или даже я не знаю, вот. Если просто тупо в атаку, так вот. Просто в атаку. Просто по жопе его. Чуха. Просто в наглую. Ебануться. Вот это мы нахально, ребята, делаем, а? Ёб твою. Это было опасно, ребята. Так, пур. Так, один сюда ставим. И один ставим туда вот. Открываем этот самый. Подожди. ММА-ку открываем. У нас есть ММА? 3 минуты еще. Блин. Так, добывает кварц он нам. Так, окей. Кварц это хорошо, кстати.
С кварцем мы можем что-то делать. А что мы можем с кварцем делать? Ни хрена, мы можем кристаллы только делать, да? Угу. Роторы. Это самый, как его называется, энергомодуль. Ничего интересного нет у нас. Давайте подождем, ладно. Так, а кстати, я хочу посмотреть кое-что. Минуточку, ребята, минуточку, минуточку. Вот это вот. У нас ведь ничего тут не открылось, правильно? Да, тут у нас нифига не открылось. Черный порох есть у нас. Угу. Но он бесполезен сейчас, в данный момент. Черный порох. Две минуты, ладно, будем стоять, ждать две минуты. Пока оно это самое. А можете пока что подписаться на канал, комментируйте, нажимайте лайк, ребята. Вот, это сам колокольчик, чтобы стримы мои не пропускать. Это самое, вот. Кому это я говорю? А. Такс. Так, минута осталась, окей. Давайте ждать минуту. А, пока что подберем наш этот самый кварц. Да, подбираем кварц. Его, наверное, надо будет много. Неограненный кварц. Кстати, надо сохраниться. Обязательно. И, еще что? Потом выбор. Подожди, насчет выбора, кстати. Насчет выбора. Выбора, ага. Сейчас. А сам будешь. Ага. 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 Три. Окей. Ага. Так. ММА. Ставим. Открываем. Ага. 12 сверхпроволоки. Или еще вот это вот. Железная пластина плюс это самое. Я даже не знаю, что выбрать-то. Как это было? Что это? То-то. Я даже не знаю. Что лучше? Вроде бы у нас вот такая уже есть. Тут только то же самое. У нас уже... А! Тут железная это самое. Кстати, А, три получается, пожалуй, а у нас что? У нас тоже три. Пластина железа плюс этот самый. Тут винты требуются. Я не знаю, что выбрать. Серьезно, я не знаю.
Пожалуйста, я выйду. Я понял. Если я выйду. Ладно, давайте загрузимся. Пу-пу-пу. А сам пляж. Давай посмотрим, что у нас есть. Ага. Пластина плюс... Пластина плюс вот это вот будет 3. Вот этих вот. Усиленная железная пластина. Интересно. Погнали. Запись идет. Я уже испугался, что запись не идет. Фу ты. Час 42 мы стримим сейчас. Записываем только лишь. Окей. Ну то же самое опять. Я не знаю, что выбрать, ребята. Или шурупы опять. Вот это вот. Катерий. Вот это вот. Известняк простой плюс вот это вот кремнозем будет 10 бетона. Вот это хорошая, кстати. Вот это довольно хорошая вещь. Ладно. Зачем я разобрал? Молодец я. Кварц. Кварц, кварц, кварц. Исследовать. Вот. Требуется вот это вот. Плюс 50 вот этого вот. 50 вот этого вот. Подожди. 50 этого. Верстак. 50 штук требуется. Офигеть, сколько много. Ага, 3 тратится за один раз, получается. И делается 5. Ничего себе. Так. Кварц. 10 этих требуется. Квадратиков, да? 10 квадратов. Угу. Усиленная. Пять. Ага. Так. Чего не хватает? Пластин железных не хватает. Ёпарасоте. Железных пластин тупо не хватает. Ага. Подожди, железо где тут поблизости? Подожди. Ой. Железо поблизости. Ой, не то. Это не железо. Вот это железо. Железо поблизости где-то есть тут. 700 метров. 700 метров в ту сторону. Подожди, где это? Блин. Как далеко. Есть еще вот в ту сторону, да? Ой, не в ту сторону, в эту. Ага. Замечательно. Превосходно.
Ладно. А тут есть нормальный не спуск, а допустим сюда вот по дороге, вот сюда вот вниз. Допустим, вот сюда вот вниз. Ой-ой-ой. Мне интересно, а тут можно нормально пройти? Не через это самое, как я проходил, а нормально. Чего? Ёпарасете. Ага. Видимо, нет. Как он меня достанет? Ёб твою, он! Давай, иди сюда! Давай, давай, иди сюда. Давай, иди сюда. Мразь! Она еще живая! Ёб твою! Я спугался даже. Не просто спугался, а обосрался. Серьезно, это может просто на экран мне напрыгнуло. Я могу сюда запрыгнуть? Да, могу сюда запрыгнуть. Ага. Там стоит эта фигня. Блин, там фигня эта стоит. А я могу ставиться? Да, могу ставиться. И строиться могу. Ух ты ж, блин. Хо-хо! Вот это паркурщик я. А, блин. Ёб твою! Что требуется? Порох черный. Блин, черный порох требуется. Ага. Ёб твою. Черный порох. Ага. У нас он и есть. Но с собой его нет у нас. Блин. Ладно, погнали. Хорошо, что у нас есть парашют-то. Теперь, так. Нам не нужно пешком ходить, кстати. Полгода. Правда, нам сейчас пиздюлей дадут. Если мы отсюда не свалим по-быстрому. А, уже могут. Бежим. Короче, бежим домой. А, вот наш стоит этот самый буровой аппарат. Я могу со края сигануть и напрямик прямо. Так чего? А, это не телефон. Это мои часы зарядились. Блин. Придется опять подниматься наверх. Ой-ой-ой, а вот это вообще плохо. А, чего? Он застрял? Интеллект! Нулевой интеллект, ребята. Давай, давай. Ага.
А нет, он... Чего? Главное, чтобы он ебануться. Наверх не поднялся. А вот теперь труп. А нет, не труп. Или труп. Нет! Ебануться, он труп, не труп. Ебануться, он... Блин, какой туман тут. Ёб твою. Ага. Не-не-не. Так. Сохраниться. На всякий случай, ребята. Давай, давай, иди сюда. Ебануться! Всё, сломался. Тащите новую игрушку. Эта секс-игрушка сломалась. Больше не вибрирует и не... Не работает. Паша, а что у нас по энергии? Ну ладно. Допустим-то. Ага, уголь. Так, кварц. Подожди. У нас не хватает пластин, правильно? Простых пластин не хватало. Кварц. Пятьдесят этих самых надо. 50 вот этого. Окей? Так. Ладно, погнали тогда делать этот самый, как его. Что погнали делать? Вот это? Оно еще делается с палок этих. Вот с этих вот, да, делается. Погнали крафтить. А сколько там надо было? 50? А, нет. Тьфу ты. Я думал, 50 этих надо. Я думал, вообще офигею. Вот. 200 кремнозема требуется. 200 кремнозема. Да, это фигня. 200 кремнозема сейчас так накрафтим себе. 200 кремнозема, это фигня просто. Сейчас это вообще быстро мы... Наделаем это. А, 200 штук это легко.
Такс, значит, я вернулся. Здравствуйте всем. Так. Satisfactory, что мы делаем? Ухтишка, я уже переборщил, да, немножко? А, кварц. Исследовать. Отлично. Требуется вот это вот, плюс 50 вот этих. Угу. Требуется 50... 50 вот этих требуется. Подожди. А у нас винтов... А, у нас винтов много, кстати. И пластин, кстати, много. Давайте крафтить этих самых. Усиленные пластины, кстати. Подожди, у нас есть? Где-то тут. Подожди, куда я положил? Чего нафиг? Не понял. Я не понял. Ага. Пластины простые у нас есть? Есть простые пластины. На этом заводе. Пожалуйста, почему чего не хватает-то? Шурупов не хватает нам. Боже, в чем проблема-то? У нас тупо шурупов не хватает. Так, ладно, вот это возьму, тоже. Угу. Что у нас тут? Шурупов не хватает. Окей, погнали. За шурупами тогда. Так, сюда вот это. Сюда вот это закидываем. А чё мы стоим? А. Окей. О, неплохо, ребята. На какое-то время электричества хватит нам. Шурупы. За шурупами погнали, ребята. Слушай, тогда вот это вот, что я делаю сейчас, вот это вот я поставил, это нафиг нужно теперь нам. Теперь у нас есть шурупы. Мы можем просто тупо шурупами это самое зарядиться и все. И что мы тут опять стоим? Ага. Я понял, почему стоим тут. Верст так. Ага, погнали крафтить. Так. Серьезно, только 9 просмотров? Да вы издеваетесь. Подожди, а почему тут... А, из прутьев оно делается, да? А, нет. Убираем эту фигню. Нам нафиг прутья нужны теперь. Просто сейчас сделаем шурупы.
Просто тупо шурупы бахаем. Вот. Просто тупо шурупы бахаем. Так. Так, производство. Литые вот эти вот закидываем. Вот. Окей. Так. Так, и это вот может пластины еще наделать. Вот. Так, усиленные вот эти вот делаем. Погнали крафтить. Так. Так, усиленная пластина, окей. Ой, не усиленная пластина, а простые пластины, так. Так, 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 контейнер, контейнер, контейнер. Где это у нас контейнер? Так. Где это? Так, шурупы. Так, минутку. Ставим тогда, я не знаю, что сюда пока что. Не то. Соединитель. Тупо пластин тебе не хватает. Тупо пластин не хватает, блин. Ладно, погнали обратно тогда. Так. Пластины. Где пластины находятся у нас? Ага. Пластины тут находятся. Так, надо выгрузить, кстати, кое-что. Давайте выгрузим весь кварц. И это выгрузим нафиг. И это выгрузим.
Погнали. Угу. Нет питания. В каком смысле нет питания? Алло, чего? Просто столб? Прикол. Так, тут у нас винты делаются, поэтому в больших количествах. Я прямо не знаю, зачем столько винтов много. Наверное, чтобы делать пластины железные. Укрепленные, точнее, железные пластины, правильно? Кстати, ведь... Блин, еще надо... Блин, надо еще этот самый делать. Я забыл, кстати. Еще надо, знаешь, что делать? Не только этот самый. Да. Не это только надо делать. Но еще пластины надо простые. А, винты не... Подожди, вот этого тоже не надо. Вот этого делать не надо нам. Железные прутья. Значит, пластины там нужны, чтобы делать этот самый. А прутья нам не нужны. Там нужно будет... Окей. Надо придумать, как это лучше скрафтить все это. Так. Пожалуйста, а что нам нужно? Нам нужно вот это вот, да? Модульные каркасы крафтить. Или что нам нужно крафтить-то в данный момент? Я сейчас не понимаю, что мы... А, что именно нам нужно было крафтить? А, надо было еще нам 100 кварцевых кристаллов скрафтить. 100 кварцевые кристаллы. Кварцевые кристаллы, 100 штук. Погнали. Кварцевые кристаллы еще надо скрафтить. 100 штучек. Подожди, 100-то 100, подожди. Минуточку, а если я схожу сюда, я смогу скрафтить себе экзоскелет? Чего не хватает-то? Кремнозема не хватает. 20 кремнозема, блин. 20 кремнозема. А тут есть кремнозем? Кремнозем. Есть кремнозем. Фу ты. Я уже перепугался, что я сейчас перекрафчу в этот самый. Экзоскелет. 3 штучки могу скрафтить. Зачем мне 3? Мне нужен один. Вот. Во.
Шикарно. Во! Теперь я могу высоко прыгать. Наконец-то. Нам нужно теперь этот самый. 100 штук вот этих вот надо. Подожди, не этого надо 100 штук. Вот этого надо 100 штук. Фу ты. Чуть-чуть не то я сделал. Погнали дальше. Так, 100 штук вот этих надо скрафтить. Так, 100 штук. 100 штук, значит. 100 штук. Кварц. Вот это вот. Во, шикарно. То что надо? Ага, вот это плюс вот это. А вот это вот крафтится как? Железный болт. Затраты. Как эта штуковина крафтится? И в чем? Подожди, как она крафтится? Подожди. Ассамблер. Я сказал ассамблер. Нету тут. Ладно. Конструктор. Тоже нету. А что надо закинуть тогда туда? В кварц. Затраты. Плюс 150 вот этих болтов. А, 100 вот этих, плюс вот это вот. Ага. Ух ты ж, блин. Ага. Ладно. Так, серу мы пока что не трогаем. Так, энергослизни. Энергослизни. Так. Тут требуется вот это еще, да? Тут требуется 25 этих. Подожди, желтый у нас есть? Да, есть. 25 роторов. Ой, кстати, роторы мы можем скрафтить. Давайте погнали роторы крафтить. Подожди, роторы. Ага, роторы. Сейчас посмотрим, какой там подешевший можно скрафтить. 3 ротора, шурупы плюс медь. Ой, кстати, шурупы. Сейчас, ребята, шурупов у нас дофига. У нас сейчас, ребята, мы скрафтим тебе эти самые роторы. Дофига мы скрафтим. Сейчас, у нас шурупы есть. И медные эти самые должны быть тоже. Это не там. Пошли, медные вот там вот находятся. Я, правда, для другого... да, я для другого это делал. Ну ладно. Пускай. Так. Ассамблер. Сейчас. Блин, а... Да ты издеваешься! Так, роторы. Значит, вот это плюс медь. Погнали.
16 секунд требуется, да? А вот это вот 15 секунд. Ну да, тут какая разница-то? Мне просто интересно, а почему нету или есть? Я сейчас не могу сказать на 100%. Знаете, есть как бы от официальных, типа, ну, от разработчиков там официально, знаешь, какой-нибудь гайд такой. Ты скажешь, полный YouTube гайдов. Но они все, это самое, половина гайдов там в YouTube неправильные. Медные листья еще нужны. Не, ну медные листья мы делаем. Так. Оп. Так, а сколько там надо было? Этого самого. Мастерская. Ой, не мастерская мне нужна. О, нет. Не мастерская, а этот самый требуется. Как его-то звать, этот? Вот это. Так, кварц. Что, штук требуется? Офигеть. Бля, вот это как крафтится. А-а-а! Серьезно, тут... Ёпарасете, это столько много надо. Это очень много надо. И получается две штучки. Ага. Так, а что тут надо? А! Мы уже можем вот это вот скрафтить уже. Замечательно. Тут надо... А, вот это надо. Это подождет. И целей. Подожди, что ты стоишь? А, шурупов ему не хватает. Этому шурупы не хватает. Ага, у нас тут шурупов хоть одним местом жуй, эти шурупы. У нас тут шуруп на этот самый завод стоит. 21, ротор. 53-х. Подожди, не это я хочу посмотреть. Кварц, что там надо было? Так, что там? Ага. Даже так. Ладно. Давайте тогда пускай доделывает там. Роторы.
Так, 71. Замечательно. Так, закидываем. Винтов довольно много нужно, кстати. Винтов прямо очень много надо. Прямо в большом количестве винты нужны. Так. А, окей. О, теперь я могу спокойно через ленты прыгать. Наконец-то. Я могу паркурить через ленты. А, забираем шурупы себе еще в карман. О, я могу теперь вот такое делать. А, кстати, мы можем спокойно тут... О, мы можем спокойно это самое... Плавилок еще сюда ставить, короче. Можем спокойно тут разворачивать в производство этого самого деталей. Подожди, а у нас в кармане... Ага, у нас есть в кармане вот это вот есть. Допустим. Давайте положим половину... Вот этого? Ну да. Потому что у нас в кармане слишком много... ага, у нас ячейки не открылись больше. Так. Тогда сейчас мы изучаем желтый этот самый. Опа. Серьезно, летающая Надя? Так, на. По жопе, Надя. Так, мицелий. Стоп, какой мицелий? Питательные вещества, энергослизни. Да, вот это надо. Не хватает вот этого. Ща будет. Ща будет, ребята. Так, забираем. Так, изучаем. Так, энергослизни выучили. Ага. Кварц. Кварц, кварц, кварц. Что у нас по кварцу-то? Ничего хорошего, да? Сера. Ага. Тоже ничего хорошего. Понятно. Угу. Сто этих... Ёпарасоте. Это плюс вот это вот, еще плюс сера. И будет альтернативный способ выработки энергии. А какой альтернативный? А, чего там надо, пожди. А я могу его... Где это? Какой альтернативный выработка энергии? 1000 проводов надо. А, 1000 проводов. Допустим, то ладно. Давайте сбегаем за проводами. 1000 проводов. 1000 провода, 1000, минутку. Окей. А, поскольку мы работаем, этот самый завод нон-стоп работает у меня тут. Тут должно быть 1000, ведь 200, 400, 600. А, окей. Немножко побольше возьмем. Такс. Значит. Значит так. Берем. Пум-пум-пум. Так, провода, правильно? Правильно, так. Не то.
Подожди, это было не то? Так, инструменты. Катерий. Да ладно! Да ну! Так, столб. Ага. О. Так. Интересно становится. Так, тут что надо? Ага. Понятно. Так, где-то у нас тут было, где-то. Боже. Мы можем скрафтить уже вот этот вот штуковину. Ага, ксеношокер не хватает. И не хватает вот этого еще. Блин. Я понял. Ага, организмы. Вот этого не хватает. Чего не хватает? Затраты. Еще плюс 3 паштета требуется. 3 Рауля требуется. 3 паштета требуется, окей. Так. 3 Рауля требуется, окей. Пу-пу-пу. Так, все, скидываем. 3 паштета. Так, 3 паштета. Так. Ага, питательные вещества. Понятно, энергослизни. Ух ты ж, блин. Понятно. Кварц. Ага. Мицелий. Держа. Угу. Катерий. Так. Угу. Так, а что я тогда этот самый? А, вот это тогда хотел. Так, что тут требуется? Ага. Тут требуется вот это. Понятно? Тут у нас... Вот так, структурный анализ. 5 вот этих вот требуется. 5 этих. Подожди, 5 этих, 5 этих, 5 этих. Минутку. Еще она делается... Из этих самых, да? А, вот с этих делается 5 штук. Так, 5 штук. Почему? У меня 12 их. Осадки кабана. Рецепт недоступен. С какого перепуга? Рецепт недоступен. Так, ладно. Катерий. Подожди, где это была штуковина? Ага. 20 орешков плюс... Плюс вот это вот. Ага. Угу. Так, ладно. Нет. Мицелий. Хлебное свойство. Охренеть. Хлебное свойство. Питательные вещества, энергослизи. Нет. Кварц. Нет.
Хера. Чего не хватает-то? 50 кубиков, пожалуйста. А как я могу? Сейчас. Пятьдесят кубиков и 100 вот этих вот надо. 50 кубиков, сколько там? 100 этих. Ладно, погнали вот это крафтить. Вручную. Двадцать пять серы у нас будет. 25 серы ведь. Двадцать пять серы мы легко добудем ведь. 25 серы. Так, минутку. Эти кубики. Каркасы. Модульные каркасы. 50 их надо. Так, так. Модульные каркасы со мной идут. Так, что еще тут у нас есть хорошего в инвентаре в этом? Это я за мной. Так, тут что-нибудь есть? Да, вот это. Так, делаем вот это. Вот. Три штуки. Вообще, у нас электричество, да, вырубилось ведь? Подожди, если я сейчас включу, оно ведь вырубится. Ладно, давайте возьмем с собой тоже вот это вот. И тогда... Если что, вот там вот положим. Тогда мне нужно опять шурупы. Так, ассамблер. Да не то. Нужно вот это вот, да? Плюс винты. А, окей. Я просто так и знал, что наступит этот холодец. Да, с электричеством у нас проблема конкретная, ребята. Паша, сколько там модульных каркасов требуется? 50 штук. 50 модульных каркасов. Такс.
Так, 29. А второй ведь? Что у нас? Ага, 3 этих, 12 палочек. Ага. Или шурупы 56. Блин. Да. Кстати, ага. 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 Мы можем просто тупо шурупами, знаешь? Шурупы будем изготавливать. Чё? А почему он стоит? Шурупов у него не хватает. Блин, кстати, мы не изготавливаем проволоку. Да ты чё, издевайся надо мной, а? Серьезно, прутьев не хватает теперь. Какая же это все фигня, ребята. Прутья. Так. Во. Шикарно. На какое-то время хватит. Да ну! Так. Нет питания. А. Логично. Нет питания. Ага, у нас не хватает усиленной железной пластины теперь. Да, не хватит нам. Так, два модульных каркаса. А модульный каркас, давайте вот тогда... А, тут тоже усиленная железная пластина требуется, да? Блин. Ладно. Погнали усиленные железные пластины крафтить. Хи. Вот по этому рецепту, кстати. Оно довольно выгодное. Так. Угу.
Так, 49. Пятьдесят. Так. А что там надо было еще? 50 этих плюс вот это, что там еще надо было? Роторы требуются, да? Блин, роторы. Так, тут три. Ну, конечно, вот это крафтим. Логично, погнали. Шурупы не хватает. Да нет проблем. Шурупов ему не хватает. Блин, у меня шурупов тут куча стоит. Кстати, там надо было еще роторы где-то. А в изучении требуется. Усиленная железная пластина не хватает. Блин. Так. Усиленная железная пластина. Нет, не это. Вот это. 5 штук требуется, даю просто. Почему так много? Так чего не хватает? Шурупов не хватает опять. Ладно. Я понял, шурупов надо очень много. Не просто много, а очень много. А, ну и этого, конечно. Ну, немного, конечно, требуется, но в каком-то... Так. Так, верстак. Шурупы у нас есть. А чего не хватает? Почему мы не можем... А, мы можем скрафтить. А. Я думаю, я чё? Думаю, ну шурупы есть у нас, пластины тоже есть. Окей. Так, значит, что нам нужно? Вот это вот. Посмотреть, где еще нужно, кроме вот этих вот. Окей. Не хватает серы только. Пожалуйста, где еще роторы требуются? В каком месте роторы требуются? Ну, тут то нет. В кварце. Ага. Нет. Тут требуется вот это плюс вот это. Чё? Я понял. Загружаем. Загружаем, отгружаем. Это так. А, тут тоже роторы требуются. Ага. Пожалуйста, что я получу для... Улучшение пояс для инструментов. Одна ячейка для рук. Ага. И плюс 50 ткани еще надо. Закидываем. Так, пускай он там крафтит, я быстро тогда сгоняю, выучу то, что сейчас надо. Связано с серой. Она опять, Надя, тут стоит. Ай.
Да. На, тебе по жопе еще. Во, побежала Надя. Так, Сера, пожди, где она, Сера? Сера. Ага. Так. Ага. Угольные брикеты. Понятно. И турботопливо. Блин, ну это слишком долго. То есть не долго, а слишком. Мы с вами будем. Так. Пожалуйста, где там надо было еще? 100 вот этих вот и будет. И плюс вот это вот, а? Ага. Кварцевый резонатор. Чего не хватает? Кварца не хватает. У меня что, кварц закончился? Да, у меня кварц закончился. Требуется что? Ага. Требуется не кварц. Тут требуется... Где это? Вот это требуется. 36. Вот того требуется скрафтить. Так. Пятьдесят ровно. Пум-пум-пум. Я один, да, могу скрафтить, получается? Нет, целых два. А, ну два получается, то есть. Так, кварц. Требуется 10 штук, ёпарасоте. Катерий. Пу-пу-пу. Так, инопланетные организмы. Пожалуйста, а где тут еще требовался этот самый? Не кварц, а этот самый. Вот он где требовался. 100 штук. И плюс 50 тканей требуется еще. Ага, тканей у нас нету. Пятьдесят тканей нам надо скрафтить. Вот ткань. Пятьдесят шесть, окейшки. Ну ладно, так вот это положим, это тоже положим, так это тоже выложим. Это тоже не надо нам. Это тоже не надо. Ну да. А, окей. Так, где это было? С тканью связано. Ага. Тут надо 100 вот этих. А, у нас уже есть. В инвентаре. Б,
Блин, а у нас ведь не производится просто. Угу. Так. Так. Блин, а зачем я разобрал-то? Так. Сейчас. Плавилка. Так, в этой плавилке делаем вот это, переплавляем вот это. Так. Так. Еще одну плавилку. Плавилка. Так, медь. Так. Так. Переплавляем медь. Угу. Так, одна надо нам что? Конструктор. Так, тут делаем. Что мы переплавляем? Так, делаем. А. Мы можем из железа делать это. Ладно, давайте пока что вот это будем делать просто. Для начала. Потому что у нас вообще ничего нету. Не производится. А потом уже будем перестраивать. Блин, я молодец, кстати. Я хорошо поставил. Так. Конструктор. Проволока железная, потом еще. Так. Проволока. Контейнер. Я могу за... Ага, запрыгнуть, конечно. Я не смогу запрыгнуть. Просто тупо наверх. Так, а как можно поставить так, чтобы оно было бы нормально? Ага. Блин, это что у нас? Тут проволока. Ага, это переживается, делается проволока. Здесь делается проволока. Тоже. Ладно, тогда давай просто тупо поставим сюда вот где-нибудь. Ой. Конечно, я не смогу поставить. Ладно.
Ладно. Кабель делается. Это работает? Да. Посмотрим. Это тоже работает, окей. Ага. Так тут производится проволока простая. Замечательно, пускай тогда производится проволока. А то у нас вообще она как-то не производится. Вот. Теперь у нас есть проволока. И вот такая вот тоже есть у нас. Производится, наконец-то. Так, погнали. Погнали. Только сейчас я пойму, куда погнали. Так, минут что не хватает. Тут шурупов опять не хватает. Там надо было 100 штук. Правильно, 100 штук надо, требуется. Ёпарас, это начинается. Что за фигня? А, ну да, логично, топливо просто тупо закончилось здесь. И тут тоже. Да ну нафиг, я заправил! Ладно. Так. А не хватает шурупов опять. Блин. Опять шурупов не хватает. Да, слушай, а шурупы-то... довольно, как говорится... Вау! Два, 95. Так. О, шикарно. Еще плюс вот эти вот. Я не знаю, зачем мне вот эти вот. А, окей. Ломаем эту штуковину. Но нам не нужна пока что. А, так. А,
А, 500 вот этих. Ага. Минус электричество. Это что у нас? Известняк. Так, электричество это самое того. А накрылся медным тазом. Так, это что у нас? Кабеля тут делаются. Кабеля, кабеля. Тут и делаются кабеля. Так, минутку, это что? А у нас есть эта проволока? Да, проволока у нас есть. Проволока. Сюда уложим сразу же. А, кстати. Давайте мы выложим с инвентаря. Инвентаря выложим, знаешь, вот это вот все. А, нет, не все выложим. Вот, только 200 штук с собой возьмем. А, погнали. Так, нам нужно топливо. И при том, что очень много топлива требуется. Такс. Топливо-то, топливо. 120 есть тут. Тут это, ага. Так. Пополним. Тут вообще нифига нету. Ага. Пополним. Вот. Замечательно. Так, что там надо было? 50 этих самых штуковин для ячейки, правильно? Нет, не это. Вот. Шикарно. Ага. В общем-то, давайте на этом завершим. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы, ребята. Всем, ребята, пока. Увидимся в следующей серии по Satisfactory. Всем, ребята, пока.